Начнем вязание со скользящей петли. Затем свяжем 3 воздушные петли, заменяющие нам столбик с одним накидом. И еще 14 петель в кольцо. Всего нам нужно провязать 15 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петли — это у нас провязанный первый столбик. И считаем дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Затянули потуже кольцо и провязываем соединительную петлю третью воздушную петлю подъема и закрываем первый ряд. Второй ряд. Во втором ряду у нас 15 прибавлений. Из каждого столбика предыдущего ряда будем вывязывать по 2 столбика. Провязали 3 воздушные петли и со следующего столбика вывязываем по 2 столбика. 1, 2, 1, 2, 3. Так вяжем до конца ряда по 2 столбика с одним накидом из каждой петли, вывязывая их с предыдущего ряда. Провязываем до конца. Провязали 14 прибавление. И 15 прибавление заканчиваем. Здесь у нас провязаны были 3 воздушные петли. И в эту же петлю вяжем еще один столбик, петлю основания. Столбик с одним накидом. И вот теперь заканчиваем ряд. У нас прибавлено 15 столбиков. Третий круговой ряд. Провязываем в начале 3 воздушные петли, это у нас петли подъема, и затем вяжем столбик с одним накидом и прибавление. То есть мы увеличиваем круг. Повторяем: столбик с одним накидом, прибавление. Столбик, прибавление. Так вяжем по кругу до конца. В конце ряда, провязав последний раз столбик с одним накидом, заканчиваем провязывать прибавление. И присоединяемся в третью воздушную петлю соединительной петлей. Приступаем к вязанию 4 кругового ряда. Также в начале ряда провязываем 3 воздушные петли. И теперь будем провязывать также 15 прибавлений, но провязав сначала 1-2 столбика, затем прибавление. Так будем вязать до конца ряда. Провязываем 1, 2 в следующую петлю, затем прибавление.
1, 2, прибавление. Провязывайте так до конца. Провязав в четвертом ряду последние 2 столбика, заканчиваем вязать прибавление. Присоединяемся соединительной петлей. Так, мы провязали с вами 4 ряда. Теперь приступаем к вязанию 5 ряда. Вначале провязываем также 3 воздушные петли, и у нас также 15 прибавлений. Только теперь будем вязать прибавление через каждые 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, затем прибавление. Так вяжем по кругу. 1, 2, 3, 1 прибавление. Повторяем. 1, 2, 3. Второе прибавление. Так вяжем по кругу до конца ряда. Заканчиваем вязать 5-й круговой ряд, провязав 3 столбика с одним накидом, и затем заканчиваем вязать прибавление. В конце ряда провязываем соединительную петлю, и ряд у нас закончен. В следующем ряду у нас будут прибавления. Мы будем прибавлять в том месте, где у нас хвостик курочки. Видите, он немного выпуклый за счет прибавлений. Те, кто не будет со мной вязать так, как вяжу я, а хочет связать курочку отдельно, салфетку отдельно, то вы вяжете, продолжаете вязать. Не обязательно за задние стенки, а мы сейчас будем вязать за задние стенки петли. Вы будете просто продолжать этот ряд. Те, кто вяжет со мной вместе, так же как я, курочка совместно с салфеткой связана, тогда мы вяжем с вами этот ряд за задние стеночки петли, для того чтобы потом можно было привязать зеленую пряжу. Итак, следующий ряд у нас вяжется, кто вяжет курочку совместно с салфеткой, за задние стеночки петли. Провязываем в начале ряда 3 воздушные петли. Затем вяжем подряд 3 прибавления. Первое прибавление. Второе прибавление. Видите, я сама забыла, вам говорю, а сама вяжу не за задние стеночки. Возвращаюсь. Итак, провязываем 3 воздушные петли, затем первое прибавление. Второе прибавление. Третье прибавление. Затем вяжем в каждую петельку предыдущего ряда по одному столбику. Так провязываем до конца ряда, не довязав 3 петли, которые мы также провяжем прибавление. Вяжем по кругу по одному столбику над каждым столбиком предыдущего ряда, не довязывая 3 столбика в конце ряда. Довязываем 6-й ряд до конца. И в конце ряда вот у нас еще 3 столбика. Над ними мы за заднюю стенку петли провязываем прибавление. В каждый столбик предыдущего ряда за заднюю стенку петли вяжем 2 столбика с одним накидом. Это первое прибавление, второе.
и третью. И еще один столбик, чтобы закончить прибавление в начале ряда. Также смотрим за заднюю стеночку петли. Теперь присоединяемся соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Теперь у нас в ряду 82 столбика. Далее 7 рядов круговых. То есть с 7 по 13 ряды, это у нас 7 рядов, будем вязать по 82 столбика с одним накидом в каждом круговом ряду. В начале ряда провязываем 3 воздушные петли и закрываем ряд, присоединяясь соединительной петлей. Я думаю, что вы справитесь с этим. Вяжем самостоятельно 7 рядов по 82 столбика. И довязываем 7 ряд по 82 столбика, закрывая соединительной петлей ряд. И у нас получается всего провязанных. Ниточку мы здесь обрежем, оставив длину для сшивания. У нас провязанных с вами получается в общей сложности 13 круговых рядов. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Затем у нас вот будут идти столбики за заднюю стенку петли. 6 ряд. И далее 7 рядов по 82. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Всего провязано курочки 13 круговых рядов. Далее поступаем следующим образом. Кто вяжет так, как я, то есть курочка у вас совместно с салфеткой. Будем сейчас вязать уже сразу ряд от курочки. Кто же вяжет отдельно курочку, тогда нужно провязать 1, 2, 3, 4, 5 рядов. И затем уже дальше вязать те ряды, которые мы сейчас будем вязать. Приготовили зеленую пряжу. Берем заготовку курочки. И вот у нас с вами начальный ряд. Вот видно такой шовчик, там где вязались 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем заготовку вот так, так лицом к себе. Вот и находим снова этот столбик из 3 воздушных петель. Вот он здесь. Отметили. Введем крючок под него. Здесь мы вязали с вами за задние стенки. Теперь у нас будет провязываться за передние стенки петли. И вводим крючок в эту петельку. Она немножко так спряталась. Вот так. Подхватываем нить зеленого цвета, протягиваем ее и провязываем воздушную петлю. Прикрепили ниточку. Далее свяжем еще 2 воздушные петли. Это у нас 3 петли подъема будут и одновременно столбик с одним накидом. Далее будем продолжать увеличивать окружность. Здесь мы провязали последний 5-й ряд. Провязали 3 столбика с одним накидом. Затем у нас шло прибавление. А теперь мы будем вязать 4 столбика с одним накидом и прибавление. Так, вяжем за передние стенки петли. 1, 2, 3, 4. Следующую петлю провязываем прибавление. 1, 2. Повторяем далее. 1,
2, 3, 4. И второе прибавление. Прибавлений у нас всего 15. Далее продолжаем вязать самостоятельно по кругу до конца ряда. И в конце ряда, провязав 4 столбика с одним накидом, провязываем еще один столбик с одним накидом. И это у нас получается первое прибавление. Присоединяемся в третью воздушную петлю соединительной петлей. У нас сейчас в ряду 90 столбиков с одним накидом. Следующий ряд снова у нас с прибавлениями и расширяем окружность полянки. Провязываем следующий ряд. 5 столбиков с одним накидом и прибавление. В начале ряда вяжем 3 воздушные петли. И далее 5 столбиков с одним накидом. Сейчас мы провязываем уже за обе стенки петли. 2, 3, 4, 5. Прибавление. И так повторяем до конца ряда. У нас получится с вами 105 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И снова прибавление. Довяжите этот круговой ряд самостоятельно. Довязав ряд до конца, провязав здесь после прибавление 5 столбиков с одним накидом, заканчиваем вязать прибавление, которое мы начинали. Мы начали с 3 воздушных петель и вот заканчиваем столбиком в эту же петлю начала ряда. Присоединяемся соединительной петлей и вот теперь ряд полностью у нас закончен. И вот в процессе вязания я смотрю уже, что ниточка, которую я выбрала вязать вместе с вами, немного тоньше, чем та, которую я вязала образец. Поэтому я принимаю решение и увеличиваю еще на 15 столбиков саму окружность. То есть у меня будет немного салфетка изменена. То есть не такая, как на картинке. Но я думаю, что она будет еще красивее, потому что мы вяжем вместе. Итак, следующий ряд. Мы снова делаем 15 прибавлений. И теперь провязываем 3 воздушные петли. Делаем накид и вяжем 6 столбиков с одним накидом. Затем прибавление. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и вяжем прибавление. 1, 2. Так продолжаем вязать до конца ряда. Довязали до конца. Тут у нас в конце 6 столбиков с одним накидом. И вот еще столбик с одним накидом, чтобы закончить прибавление. И присоединились соединительной петлей. Ряд окончен. Вот что у нас с вами получается. Это у нас будет курочка, а это такая полянка. Ведь я увеличила
уже наглядно можно посмотреть. Почему я это сделала? Потому что за счет того, что ниточка, она хоть и объем, но при вязании она тоньше, и получается сама высота столбика, естественно, меньше, чем в той ниточке, которая вязалась у меня на образце. Вот поэтому я немножко увеличила круг. Ну, давайте немножко отдохнем, потому что у меня уже, если честно, заплетается язык. Я уже устала переписывать дубль-дубль. Встретимся с вами в следующей части видео. До встречи! Thank you.